речка, когда вот в сентябре мелкая была, просто в сапогах доходит. Все, и так же, как по Лялинскому, мы просто пешком ходили. Порог волчья пасть. Сейчас большая вода, нам будет относительно просто его проходить, но есть нюансы. Среди воды вот там вот виден зуб, об него можно пропороться в легкую. Скорость течения очень большая, движение либо возле кустов, либо правее зуба, но там надо выходить налево, потому что вот там вот лежит камень здоровый в русле, но он сейчас затоплен, это нам в плюс. Вот оно, самое опасное место волчьей пасти. Зубья видно. Да-да, темный треугольник слива. Ну. Так, ну это заходит команда. Ой, они совсем близко пошли к берегу. Они прям по краю решили пройти. Ну, тоже камни опасаются. Ну и да. Все, 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 отлично. Боятся, не вырвут. Расслабься! Боялись, не вырвут. Но. Ну, в принципе, спокойно проедут. Чувак решил это, экстремнуть. Не, он по краю сейчас пройдет. Красавчик. Не-не, прошел. Нормально. Подрули, Данил, подрули. Все отлично, входим. Вот так, полный вперед, полный. Данил, рули. Рули, Данил. По зубу чуть не проехали. Правый табань, левый греби. Все, полный, вперед. Красавцы, вы сделали это. Юху. За шмотки, да, немножко страшно.